кровать опустил помыться. Что еще я должен сделать, чтобы ты исчезла? Поцелуй меня. Ты меня содержал. Я за это с тобой спала. Потом я поняла, что если бы у меня были деньги, то ты бы мне был не нужен. Тогда я взяла у тебя эти деньги и пошла себе жить спокойно. У меня такого потом много было. Очень выгодное дело, хочу тебе сказать. Это Люба, студентка филфака. Какая прелесть. Сколько тебе лет? 20. Я предлагаю тебе заработать. Спать с каким-то богатым мужиком за деньги? А вдруг мне будет очень неприятно? А когда ты спишь с каким-нибудь нищим бесплатно, тебе всегда очень приятно? Если совсем неприятно целоваться, то можно быстро перейти на шею. У тебя никаких слюней и языков, а у него ощущение, что он избранный. Я хочу развести одного мужика на лям. С днем рождения, Дим. Ты же не собираешься с ней разговаривать? Нет, нет. Хотел просто тебя обнять. Меня сначала надо покормить, а потом трахнуть, или наоборот. За что тебе платили такие деньги? Ну, в основном за то, чтобы от меня избавиться. Это очень большая сумма. Ну, ты же хочешь узнать правду? Это не деньги. Это свобода.